Не тайно и не вчера. Любовник Пугачевой пошел под венец с молодой блондинкой. Никто не ожидал. Любовник Аллы Пугачевой, кем был Владимир Кузьмин, пошел под венец со своей любимой Екатериной Трофимовой. Невеста моложе своего избранника на 27 лет. Это событие произошло без лишней огласки. Пара уже раз была замужем. Однако после 17 лет брака Кузьмин оставил жену ради новой пассии. Пара пробыла вместе год, после чего мужчину начала мучить необходимость выбора между двумя женщинами – любовница или бывшая жена. При этом последняя продолжала общаться с дочерью Владимира и даже ходила на его концерты. По словам экс-жены, причиной разрыва стала не любовница музыканта, а кризис в отношениях. Соня, дочь Кузьмина, рассказала, что пара несколько раз переживала непростые периоды. В конце 2019 года Кузьмин сделал выбор и вернулся к Екатерине Трофимовой. Музыкант даже сообщил, что снова готов жениться на экс-супруге. По словам брата Владимира Кузьмина, он считает, что родственник не ушел от Светланы окончательно. Однако, как бы то ни было, позже Трофимова рассказала, что они с артистом обвенчались. С Мимином растиражировали информацию, поэтому Кузьмин отреагировал на слухи постом в Instagram. На фотографиях Владимир Кузьмин предстал с Екатериной Трофимовой в церкви во время венчания. Музыкант выбрал костюм, а его супруга была в белом платье и фате. «Не тайно и не вчера», – поставил точку Кузьмин.